Ночь тиха, под тверди с улыбкой звезды южные дрожат. Очи матери с улыбкой в ясли тихие глядят. Ни ушей, ни взоров лишних. Вот пропели петухи, и за ангелами вышины славят Бога пастухи. Если тихо светит взор, озарен Марии лик, звездный хор к иному хору слухом трепетно приник. Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие друзья! Мы приветствуем вас в этот прекрасный, снежный, зимний рождественский вечер. Мы начали нашу встречу с прекрасных строк Афанасия Фета о рождении Христа. Много было всех праздников, больших и малых, но праздник праздников, торжество и старшеств, Рождество Христово. Удивительное время, когда сердце наполняется ожиданием чуда. Рождество – это день, когда в мир с любовью вошел Христос. Это день всепрощения, светлых чувств, день торжества, добра и любви. И сегодня этот прекрасный рождественский вечер поможет нам с вами провести вместе академический хор губернаторской симфонической капеллы, художник-руководитель и главный дирижер, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Владимир Кашубский. Владимир Кашубский.